Европе женщины все чаще выбирают тяжелую физическую работу, а мужчины предпочитают вести домашнее хозяйство. Если тенденция сохранится, скоро на Земле установится матриархат. Почему сильный и слабый пол меняются местами? И как это повлияет на будущее человечества? Белое население такой страны, как Германия, сократится на 30%. Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. Сегодня в 17:00.